добрался до карьера. 5:50 время. На улице холодно, ребят, короче. Печку врубил. Плюс 11. Но, честно вам скажу, там прям холодновато на улице. Холодновато. Так, что у нас тут? Где, куда нам? Грязь тут поднамесили. Так, а нам грузится 5:20 вот этой. А нет, мы, наверное, из-под ленты загрузим, наверное. Да? Ну да, в принципе. Бля, буксует. Не едет. Бочком-бочком валит. Разворачивает, видите? Хочет ехать. Бля, потихоньку, короче, складывает. А чё ты, братулец? Что ты, блин, увидел, испугался, что ли? Ну здесь, да, глину так поднамесили. Ну да, ехал, вот она моя. Ехал и туда, и, короче, понесло ее потихоньку. Боком, давай. О, выровнял. А ничего, бывает. Бывает и такое. Поехал кожу, говорит, сейчас почищу. Мне, короче, надо сюда встать. Буду с этой кучей грузиться. Сюда как-то запихать, затолкать. Задом сюда заехать нужно. Сейчас мы чуть-чуть по-другому встанем. Чтобы нам потом отсюда выехать было проще. Ну да, я сейчас, в принципе, вот так вытяну сюда и задом сюда, да? В принципе, нормально, должен. Поехали, давай, потом будешь буксовать. Моргает, что буксует. Давай. По назначению идешь. Ну вот. Все пучком. Как и должно было быть. Вот она кучка. Так, и сейчас выровняю сюда, чтобы сразу нам направо потом туда поехать. Ну так встанем и будем грузиться. Вот. Пряничек. Тульский. Мягкий, свежий. Спасибо за пряник. За ручку. Теперь у меня, короче, оригинальные ручки есть. Вот дафовская оригинальная ручка. Это шеф вымутил в офисе.
Есть перескание ручка. Вот он летит. Нравится парень, красавчик, грамотно так грузит. У него никогда щебенка не упадет ни на крыло, никуда, ни на палубу. Он аккуратно так грузит, блин. Аккуратненько все разровняет. Умело так с техникой обращается. Опыт. Аккуратненько там раз так ковшом. Так, сейчас чуть-чуть назад надо дать, чтобы нам сюда попасть потом. Груженый пробуксовывает. Не особо желание у него есть ехать. Поехали, дафиц, работать, хватит буксовать. Накатали здесь, видите, такая. Поехали. Потом будешь буксовать. Запасы на зиму собирают. Зимой возили отсюда. Зимой карьер не работает, он на ремонте, они там чинят ленты, моторы, дробилку. А зимой запасы вывозят. Короче, в карьере щебень всегда есть. Короче, ребята, беда. Колесико шлепнуло, блядь. Очень сильно. Это пиздец. Ебать, такой взрыв был. Я чуть с кабины не выпрыгнул. Вот видите, как колеса взрываются. Вырвало кронштейн, вообще просто оторвало, как будто болгаркой срезало. Бля, да это пиздец вообще. Блядь, опасно подходить к тому, потому что то горячее, бля, не дай бог, въебет, еще руки отлетят. Блять, а где же крышка верхняя? Короче, крышка улетела. Сам кронштейн куда-то улетел, блять. Самое интересное, ребят, я нахожусь неизвестно где, и запаски нет. Потому что запаски на ведущие ни на одной машине нету. У Славяна. А у Славяна вчера колесо хлопнуло. Вчера у Славяна взорвалось, сегодня у меня. Фонарик, кусочек остался. Сейчас пойдем искать. А вот вчера Славян присылал. Это он поставил. Вот у Славяна вчера взорвалось колесо.
У него точно так же разорвалось, как и у меня. Один в один. Бля, вот кронштейн валяется. Колпака даже не видать. Кусок крыла лежит. Это у нас кронштейн. Бля, его вырвало просто. Бля, это провод был. Бля, а где остальные запчасти-то? Ну если оно мне, наверное, где-то подальше шлепнуло, потому что вот еще кусочек. Ага. Еще кусочек крыла. А, вот крыло. Ну это кусок крыла, бля. А где же сама крышка верхняя-то? Их самое интересно, колпака белого даже не видать. И сама верхняя вот эта крышка, она же где-то должна лежать. Надо с дороги поубирать, бля. Остатки крыла, блядь. Крыло, крыло. Нет крыла. Короче, ни крыла, ни колпака, блядь. Ничего нету. Бля, интересно, а где эта крышка сама, блядь? Колпак белый, он бы в глаза кинулся у меня. Ну вот оно у меня здесь взорвалось. Ну вот я протянулся, пока остановил. Ебать, они разлетелись. Вот ошметки валяются. Потому что взрывается очень сильно. Это, блядь, просто даже словами не передать. Видите, ошметки как разлетаются. Здесь не видно ни крышки, ни крыла, блядь. Хуй знает, где его искать, блядь. Ну, крыло по-любому, это сама верхняя целая должна быть. Это просто само крыло разлетелось. Ага, вон валяется один кусок. Ну, здесь больше кусочков нету, оно у меня на повороте взорвалось. Здесь вот где-то. Бля, или посмотреть наверху, может он куда-нибудь наверх залетело на кузов мне, блядь. Самое главное, это сама здоровая. Крышка, блядь, где? Короче, я, по-моему, тут ни хера не найду. Блядь, и машину просто никуда не убрать. Бля, это пиздец, товарищ. Короче, ребят, не нашел я больше никаких запчастей, блядь. Нашел кронштейн один только.
здесь стоять. Так вот. И крышку нашел. Крышка это фонарь закрывает. Здесь вот она так вот стоит. И все, и больше ничего не нашел. Ни верхней крышки, ни колпак, я прошел все. Пизда рулям, короче. Вчера у Славяна хлопнуло. Сегодня у меня. Че ты, Маруська-то, блядь, шлепнула, а? Бля, хорошо, хоть оно колесо держит. Бля, кронштейн повело, нахуй, согнуло. Удар хороший был, удар был в эту сторону. Она ударила сюда, кронштейн выгнула сюда, выломала. А вот этими ошметками завернула вот это крыло. Блять, я на обочину даже не могу съехать, потому что после дождей я тут нахуй провалюсь. И протянуть даже не знаю, куда тут тянуть-то, блядь. Я знаю, сейчас. Я сейчас крыло сниму. И потихонечку на одном колесике, на аварийке, потихонечку за поворот поеду. Может, там пятачок какой-нибудь найду. Резина, короче, просто такая чмошная, блядь. Здесь не было ни пореза, ничего, блядь. Она просто стерлась уже. Протектора уже нету. Когда покупали, помню, такие шашки были. А сейчас нету. Что это? Протектор, блядь, кончился. Хоть она и не порезанная, блядь. Она вся целая так-то. Нет, ни порезов, ни сколов, блядь. Бля, я думал, хотя бы крышка это будет верхняя, найду где-нибудь целую. Хуй в руль, крышки нету. Да либо ее разорвало в клочья, там щепки эти валялись, может быть, эта крышка и валялась вся. Пиздец, блядь. Кто там? Да, бля, выглядит. Собьют, блядь. Утро добрым не бывает. Время 8 утра. Шипку сразу выдала. Неэффективные тормоза. Неэффективно что-то торможение после удара. Как влупило нахуй. Шипка сразу выскочила. Где тут? Тормоза неэффективно. EBS. А EBS выбило после того, как провода оторвало, видно. Или хуй знает, из-за чего это было. Все, потихонечку так поедем. Мне хотя бы съехать с дороги, потому что здесь, ребят, как я сюда съеду? И на трассе я же не буду стоять, блядь, мешать. Нужно как-то мне убраться с дороги, куда-то хотя бы прям встать. Я сейчас только сюда заеду, я с прицепом булькну здесь сразу. И будет такая же ситуация, как я вот недавно снимал, когда там скамейка провалилась. Ай, бля, вот тебе и утро.
Сначала, короче, у Славяна шлепнуло. Не, вообще, первое колесо что-то на 60 тысяч у Андрюхи почему-то взорвалось на прицепе. Оно у него как-то расслоилось. Потом, короче, у Славяна. Славян мне вчера присылает. Вот он мне скидывал. У Славяна вот так вот, видите, оторвало. Но она его стрельнула у него вниз. Это вчера вот у Славяна она бахнула. Тоже, видите, протектор уже как у меня. Вот, видите, вот так вот тоже разорвало. Только у меня почему-то шлепнуло, блядь, поэффективней. У него вот влупило. Так вот, слегонца. А это Славян, говорит, кто-то подарок мне передал. Толян, привет. Ну, это он мне потом передаст, почитаю. Ну и тут он мне показывал, где крыло у него разорвало, он там паял. Короче, блядь. Пиздец. Варичка моргает криво из-за того, что фонаря нету. Из-за того, что фонарик отсутствует. Как закон подлости, ребят. Представляете, и негде встать. Просто нет обочины нормально. Вот этот маленький, он остановилась. По следу видно, что аж, блядь, с правой стороны он провалилась, блядь. Была бы запаска, я бы сейчас остановился, что я в полосе бы ее поменял. Но запаски у меня нету. У нас на всех дафах, блядь, вообще нет ни у кого, сука, на тягача, блядь, запаски на ведущая. А вот и платная дорога М4. Вот здесь мы сейчас где-то на развязке встанем, наверное. Вот она, развязка. Вот она. Я сейчас где-нибудь здесь встану. Ай, блядь. Обидно, сука, жалко. Крылья, блядь, пиздец. Теперь нужно кронштейн с креплениями в сборе, крыло, фонарь. Короче, просто фонарь должен, крыло должно быть с фонарем. Где его сейчас брать, рожать? Тем более сегодня воскресенье. Воскресенье. Здесь прям, блять, ну здесь нельзя на остановке стоять. У нас такие сотрудники, они приедут сразу, мне штраф накатают. Я сейчас здесь на пятаке встану, здесь вот как раз развязка, здесь вот направо есть съезд, есть треугольничек, вот я же на нем, наверное, и встану. Ай, бляха-муха-муха, бляха. Бля, как назло, здесь даже встать-то негде. Мне нужно сюда направо будет уходить. Я знаю, я вот сюда вот налево уйду, здесь нет проезжей части особой. Я вот здесь где-нибудь сейчас сбоку здесь встану и буду здесь стоять. Не на трассе. Вот здесь сейчас встанем сбоку. Я думаю, я здесь особо мешать никому не буду. Да? Ну здесь мы и встанем сейчас. Ну, я думаю, проезд здесь есть. Главное, что не на трассе, правильно? И на это, видите, уже это, ребят, тоже резина. Протектора нет уже. Все, пиздец. А был он такой, где-то, наверное, блядь. Это резина же карьерная. Как карьерка. Ну и здесь я потом нормально, если что, мы здесь поменяем. Я вот вывернул. Сейчас буду разбирать, откручивать кронштейн, снимать.
Да, блядь. Утро точно началось не с кофе. Утро добрым не бывает. Короче, ребят, расклад такой. Никакой, нахуй. У меня, представляете, сегодня последняя смена. Я думал, сегодня от работы мне надо было два рейса сегодня сделать. И все, вечером машину ставлю, как бы меняю сегодня. Не задался денек. Славян, я, короче, нахожусь на М4. Вот она, платная дорога, возле Кашира. Славян находится в... Где он? На 107-й. Валищево, куда вот мы на склады возили. Деловые линии. Вот. У Славяна вчера въебало тоже колесико. Он поставил запаску. Это единственная запаска на все тачки. Сейчас он разгрузится, поедет туда на базу к нам, все на монтаж, сделать себе колесо, поставить колесо, вот, повесит запаску, потом он оттуда поедет в карьер, поедет в карьер туда, в Тулу, загрузится и потом сюда поедет. И вот здесь он будет как раз ехать, завезет мне запаску, снимет, отдаст. Мы ее поменяем, он придется ему ждать меня, потому что мне ее вешать некуда. И он мое взорванное колесо повесит к себе, и тогда уже поедем на разгрузку. И что? Ну, пока поет без крыла, без фонаря, а выбора другого нет. Вот, такой расклад, ребят. Печально, пиздец. Обидно, блядь. Сегодня воскресенье, точно нигде крылышко не найдем. Ну вот я, наверное, отработаю сейчас, рейс отвезу и поеду, наверное, на базу. Завтра придется ехать крылья искать, покупать, ставить, подключать фонарь, все дела. И только тогда уже Диман поедет работать. Когда поставим крылья, все поставим, новое колесо. Короче, пиздец, блин. Подмога приехала моя. Как сказать? Ребят, бля, можно еще хоть заклеить? Да, ее, кстати, заварить, да? Заварится, еще будет ходить. Варится она, походу, месяц будет. Всю жизнь, нахуй. Бля, да, вот трассы, которые разрывают карты. Че, дурачок, сын? Рано еще? Да. Вот, теперь будем ездить, короче, вот на таком колесике. Папа привез санку, я. Папа, санку? Давай, папа, кати колеса отсюда. Ну, блин, аккуратней. Ты только накачай только Славянова. Балансирует, конечно, ты что отбалансируешь, Славян? Я думаю, там ничего не нарушил. Пошли ты куда, отходи. Иди помоги ему повесить. Я это буду ставить. Это, короче, ничего так, колесико вроде. Есть, конечно, местами. Кто это у нас? Тот же самый, блядь. Короче, я, ребят, спал. Пацаны приехали. Разбудили меня. Я, короче, уснул. И спал. Вот. Ну ничего. Сейчас этот колесико ставим. Кронштейн откручиваю. Прям здесь. Бжик-бжик. И поехали. Сегодня, короче, ребят, воскресенье. Ничего нигде не найти. Шеф завтра поедет в Москву покупать крылья. Короче, завтра, сейчас уже мы не успеваем разгрузиться, выгрузка вроде до 5 или до 6. Короче, сейчас поедем на выгрузку, ляжем спать, можно так сказать. До завтра. Завтра разгружаюсь утром и на базу. Вот, поеду на базу ждать шефа. Как раз Диман сменщик приедет.
Наверное. Шеп привезет крыло, я поменяю. Ну и Диман уже потом поедет в рейс. Не знаю, я его не нашел. Я не знаю. Я там ходил, наверное, минут 40 вдоль посадки, нихуя не нашел. Там все в щепки просто разорвано. Когда я ебну, я нашел, блядь. Ну, взял ведро, туда сложил запчастей. И нихуя не хватает, нахуй. А на дайфе въебал, вообще все отлетело. На дайфе? Фара, нахуй, передняя взорвалась? Передняя, да. Подножка. Дверь стала квадратная, все. Даже что, а бардачке в двери было? Все на спальник пока вылетал. Она уебала. Бля, ну передняя стреляет опасно, да? Короче, все это мелочи в жизни. Неприятно, конечно, но... Короче, печальная вся эта ситуация. Так, крест-накрест тянем. Я! Здесь остаться? А где там, блядь, стоять? Там спать негде? Нет. Ну, а мы здесь никому не мешаем. Можно здесь остаться, утром встать и поехать, да? А бутылка в холодильнике, подписчик подарил. У нас тоже есть 0,5 еще. Слышь, что, коллега, это, запаску обмывать будем? А то не пройдет, а то ходить не будет, да, ты хочешь сказать? Все, опустил? Ну вот, нормально стоит. Чики-чики. Че, Славян, тазик снял? Будешь носки стирать? А, че, день потерян, Толя? День потерян, да. День потерян, это точно. Кто куда поехал? Мне завтра выходной. Почему? Ну, потому что я завтра понедельник меняюсь. С утра прям? Ну, пока не сделаю машину, не поеду. Ну, я машину сначала сделаю, поставлю все, чтобы было. И потом тогда пусть Диман едет работать. Так у меня душа неспокойна будет. А что ты его снял? Надо сделать. А что будешь делать? Ну, видишь, Толян, вылетели. Разболтались опять? Нет, а я же здесь не делал. Я сейчас подмотаю нам. А, тут вот такая хуйня. Да, вот такая пидорастическая хуйня. Да им все, да? Их выкидывают нах. Походит еще, дядь, вот один новый, видишь, на нем держится нах. У него жара, прикурить можно. Жара? Да хуй ты, блядь, носишься. Чего ты там все оторвал-то, блядь, уже? Че отлетело, ёпта. Хуел, отлетело, ёпта. Короче, просто у Славяна рама длиннее и влазит две запаски. А у меня лапа нахуй здесь где-то стоит. По-моему, да? Да, да. Ну вот она вставка, Толян. Вот она вставка, видишь? Рама вот. Или вот здесь, что ли? А, вот она, да, вот она вставка, да, вот. Вот на этот промежуток рама короче нахуй. На метр почти, да? Ну, 70 или 80 сантиметров. Там просто если... Там... Да хуя умников пишут, что типа снизу вторую, понял, запаску повесить. Мне интересно, куда тут ее снизу вешать-то, блядь. У меня рама намного короче. Рама короче. Здесь я ее никуда не повешу при повороте. Она здесь проходит в притирку. А если эту запаску двигать туда дальше... то она просто не помещается из-за того, что вот здесь вот, видите, ребят, как она заходит. Вторая запаска будет сюда упираться, а эту я туда не подвину, потому что эта упрется туда. Сюда она вперед тоже не уйдет, потому что лапа мешает. Ну, короче, снизу она никак не поместится, поэтому, ребят, можете там не стараться и не писать, что вот, придумали бы крепление.
прицепы такие, блядь, что они без запасок идут. Никуда ты тут запаску не прикрепишь. Никуда не прикрепишь. Сбоку там кто-то мне фотографии скидывает. Сделайте сбоку. Сбоку, ребят, там есть запаска. Это на Тонаре, это идет заводом. Есть самосвальный полуприцеп фирмы, которая называется Тонар. Вот, на них сделано сбоку, где лапа. Мы, короче, крыло решили не снимать. Провод подсоединили, на повороте лампочку воткнули, чтобы она хоть моргала как-то. Но она не мешает, как бы нормально, так и попрем. Зато камушки из-под колес не будут лететь. Все. Можно стартовать. Че там, дядь, подарки? 460 коней, блядь. Давай, делись, что там. Папе передали. Письмецо в конвертике. А что там? Чеки. Нет, это, если мало ли двери понадобится. Спасибо. Кто подарил? Подписчик на мать. Короче, ребят, все, поехали мы. Парни уже стартанули. Здесь мы решили не стоять, потому что неизвестно, что тут, как тут стоять, блядь. Вот, мы решили туда ближе к разгрузке поехать, там спать. Сегодня нас уже не разгрузят, ни при каких обстоятельствах. Никого нигде нет там. Вот. Короче, поедем туда и там будем сегодня всю ночь спать. Время, блядь, 5 часов, 6. Короче, весь день спал, всю ночь буду спать. Короче, подписчик мне подарил вот такой такие подарочки. Прикольно, конечно. Спасибо тебе большое. Это на ключ повесим. Сейчас на ровную выйду. Прочитаю. Ребят, сегодня воскресенье. А что такое воскресенье? Вы знаете? Воскресенье – это беда для всех автомобилистов. Почему? А вот вы видите, это М4 Дон. А это все, ребята, дачи. Ребята с дачи возвращаются. Это не только здесь пробка. Такие пробки сейчас будут везде. Абсолютно везде. Бля, это до Москвы неизвестно сколько километров они стоят еще. Уже, вернее. Ладно, беда, короче, конечно. Так, читаю вам письмо. Так. Привет, Анатолий, меня зовут Сергей, я твой подписчик. Небольшой президент тебе и удачи на дороге. Брелки делаю сам. Если интересно, звони, номер телефона. Опа. Так. На разные марки машин, грузовые, легковые. Удачи на дорогу. Спасибо, Сергей. Спасибо, очень приятно. Удачи на дороге, конечно, не помешало бы. Вот такие, ребят, дела. Сегодня, короче, сейчас приедем. Там подписчик подгонял бутылочку водки. Сейчас мы ее уговорим. Нам все равно разгружаться завтра только. Часов 8, наверное, утра разгрузка, а сегодня вечер. Сейчас мы по стопочке, по две и баиньки перекусим и спать.